Привет! Вы на канале Алексия Official. Я рада, что вы с нами. Ну, я тоже. Сегодня у нас съедобный челлендж. Сухарики против обычной еды. И да, кстати, эту тему нам предложила наша подписчица ВКонтакте Аня Чижова. Анечка, тебе большой привет. И, ребята, вы тоже, конечно же, можете рекомендовать нам темы для наших видео, для наших челленджей, может быть, для пранков. В общем, все, что вы хотите видеть на нашем канале, вы можете писать у нас ВКонтакте. А также в Инстаграм. Ну что, а сейчас начнем пробовать сухарики и обычную еду. Обычная еда или сухарики? Ты как думаешь, что будет лучше? Сухарики. Ты думаешь, сухарики? Ну, на самом деле, я за здоровую еду, поэтому я все-таки думаю, что здоровая еда, то есть обычная еда, должна победить. Ну и мы, кстати, тоже с тобой будем соревноваться, да? Кто же из нас лучше будет, так сказать, пробовать и кушать все то, что нам предложит наш папа? Да. Начнем. Начнем. Раунд номер один. Волнуешься? Да. Что же там будет? Давайте смотреть. Папа, давай. Подавай. Ой, дай понюхать. Так, Алексия по нюху определяет, что же там. Ну что, ты какую тарелку выбираешь? Вот это. Вот это? Да, вот это. Нет, вот это, хотя бы вот это оставлю. Точно? Ну, да, давай. Точно. Раз, два, три. У меня сухарики. Мне попались помидорчики. А мне такие вот сухарики. А тебе сухари. С томатом и зеленью. Ой, как я люблю. Ну, я хочу сказать, что мне нужна соль. Ну как? Вкусная? Нет? Не нравится? Ужасные? Сухарики оказались ужасные. А я уверена, что мои помидорчики очень даже вкусные. Соль, пожалуйста, пап. Оп. Помидорчики вкуснее с солью. Воды, папа, да, принеси, пожалуйста, воды. Что такое? Они что, острые? Они почему-то с перцем чили. Попробуй, на. С перцем чили? Да нет, они... Ну, обычные сухарики. Папа. Нет, это томат. Это просто такая специя. Это абсолютно не остро, нормально. А я, конечно же, помидорчик с солью, с укропчиком. Самый класс, я считаю. Шикарно. Кстати, ребята, вот у меня соль, в ней вот такие вот черненькие штучки. Видно? Кто угадает в комментарии, что же там внутри, тому... Приз от нашего канала. Пишите в комментариях, что же в этой солонке такое черненькое. Вот такое вот черненькое. Кружечко. Кто угадает, тому приз. Какой? Это я потом расскажу. Ну что, я хочу сказать, что помидорчики просто супер. Просто супер класс. Сухарики понравились? Про сухарики? Конечно, можно. Давай. Нет, не соль. Соль очень вкусный помидор, просто потрясающе вкусный, а главное полезный. Ну как, скажи ты про сухарики. Я хочу сказать, что для меня однозначно помидоры. Для тебя? Кстати, Алексей не любит помидоры, интересно, что она скажет на это. Что? Я голосую за помидоры. Итак, в этом раунде побеждает обычная еда. Раунд номер второй. Что же? Кстати, когда у нас были помидоры, мне показалось, что там селедка по запаху. Селедка по запаху? Да. Сухарики с селедкой. Поменяемся? Выбирай. Пожалуйста, я тебе даю право выбора. В прошлый раз ты все-таки не угадала, что же будет лучше. Ну? Берешь это? Да. Алексия все будет на нюх, видимо, выбирать. Так. Здесь? Ну что, открываем? Да. Раз, два, три. Упс, мне в этот раз достались сухарики. А Алексии сыр, потому что у меня сухарики с сыром. Пробуем. Сыр ты как, любишь? Алексей любит запеченный сыр. А у меня вот такие вот на этот раз сухарики миленькие. И я сразу хочу сказать, что я ненавижу с запахом и вот со вкусом сыра ни чипсы. Ни сухарики, ничего. Поэтому я уже даже заранее знаю, что я однозначно проголосую за сыр. Честно. Даже не пробую.
Можно я поем? Попробую. Я не люблю со вкусом сыра. Сыр я обожаю. А вот со вкусом сыра всякие снеки, всякую еду, закуску, нет, не нравится мне. Печенье не люблю. Ты что скажешь? Ты про запас себе запасаешь? На следующее видео себе запасаешь? Ну что скажешь? За что ты голосуешь? За сухарики или за сыр? Что же? Я однозначно за сыр. Сухарики, как всегда, проигрывают, я голосую за сыр. Правда? Раунд номер два тоже побеждает. А обычная еда! А я неправильно сказала то, что будут сухарики, правда. Что? То, что выиграют сухарики. А, ты в начале видео подумала, ну подожди, еще у нас впереди другие раунды, поэтому, может быть, еще и выиграешь. Раунд номер три! Поехали. Да. Ну, как всегда, мне попадутся сухарики. Ты что выбираешь? Эту? Голубенькую? В этот раз у меня желтенькая. Ну что, раз, два, три. Три! У меня опять сухарики. Мам, и со сметаной. Пап, ты как знал? Ты знаешь, специально так сделал? Потому что Алексей, ты же знаешь, что Алексей не любит сметану. Держи. Да, кстати, ребята, я вам даю подсказку. Чтобы угадать, что там, я вам скажу, что это что-то привезено из Италии нами. Мы привезли это из Италии. И это ищут собаки на нюх. Вот они это ищут, а потом туристы это покупают. И обожают это кушать. Это вкусно очень. Ну, в общем, угадывайте. Приз за нами. Папа, ты считаешь? Пробуем сухарики. Что считается? Нет, это не считается. Ты даже вообще нисколько не попробовала. Ну, хоть ложку съешь. Ага. Ну, кстати, вот эти сухарики мне определенно нравятся. Угу. Сухарики со вкусом сметаны очень даже ничего. Они как чипсы. Вкусные. Смотрите, я голосую за сухарики. Ну, правда, вкусные. А ты, смотрю. Да уж. Не очень-то довольна, заедает сухариками, да? Так, повкуснее будет? Но сухарики правда вкусные. Поэтому мой голос в этом раунде за сухари. А ты? За что голосуешь? Сухари. Тоже? Итак, 2-1 в пользу еды. Да. В пользу обычной еды. Да. Так, сухари пока явно проигрывают. Да. Но у нас еще есть впереди другие раунды. Я просто ненавижу сметану. Поехали дальше. Интересно, что на этот раз. Да. На этот раз хороший сюрприз. Сюрприз. Ждем. Какой ты выбираешь? Подожди. Хорош, нюхать уже. Тебе это не помогает, как ты поняла. Так. Мам, кстати, мне казалось, что те сухарики фирмы Лейс. Нет, это не были сухарики фирмы Лейс. Лейс, я не слышала таких сухариков. 2, 3. О! Тебе очень повезло. Ты выбрала правильную тарелку. Я хочу тебе сказать. Я-то думал дочке помочь. Ты думал дочке помочь? Ну, в общем, что я вам скажу, ребята? А то голодные. Это холодец, а это сухарики со вкусом холодца и горчицы. Вот, ну да. И сам холодец. Честно вам скажу, никто что из... я просто ненавижу холодец. А горчицу я не ем ни с одним блюдом, ни с шашлыками, ни даже с хот-догами, ни с чем на свете. Я не ем горчицу. Поэтому для меня, если честно, это будет настоящее испытание. Мам, ты понял, что для меня тоже, потому что я горчицу не ем. Кстати, я уверена, что сухарики тоже невкусные, да? Очень специфические, наверное. Острые, наверное. Так, а, кстати, холодец, судя по красненьким точкам, наверное, даже... Ой, честно, ну так я его не люблю. Папа, я тебя такого не ожидала. Ты же знаешь, что я не ем холодец. Может быть, мама, можно просто сдаться и не есть? Можно. Можно? Да, можно. Ну, если такого обе сдадитесь. Нет, я не сдалась. Ты не сдаешься? Ну, я же два сухарика отхочу. Молодец. Буду пробовать. Баллы тебе идут. Начисляются тебе баллы. В плюс. О, это так остро. Может быть, хлебушка? О, да, папа. Хотя бы хлебушком спасай меня. Спасибо.
спасибо, спасибо. Ой! Во-первых, невкусно. А мне язык печет. А во-вторых, это очень остро. Горчицу, ну правда, не люблю, и холодец тоже. Можно эти сухарики попробуем? Я вам не пробую, они острее, чем холодец. Даже острее, думаешь? А ты хочешь попробовать мой холодец? С горчицей будешь пробовать? Ну, говори. Спасибо, пап, но я уже съела, поэтому хлебушек уже не понадобится. Ты хочешь хлебушек? Ты голодная? Дочь, тебе же сухарики. Тебе же сухарики. Кстати, ты что считаешь, что победит в этом раунде, сухарики или холодец? Я вот сейчас попробую и скажу. Кстати, реально, сухарики даже еще острее. Они еще и с перцем. Но вкусные, кстати. Вот сухарики мне нравятся. Потому что перец, я люблю остринку. А вот именно сам холодец и вкус горчицы мне не нравится. Здесь, кстати, нет вкуса горчицы, вот именно ее аромата. Но есть просто острота. А я остроту люблю. Сухарики мне определенно нравятся. А я голосую за холодец. Да? Ага. Ну тогда 1-1, да? Не побеждает никто. Ничто из этих позиций. Да, но все равно. Обычная еда вкусные. Идет впереди. Ну, пока 3-1. Обычная еда. Да, пока обычная еда идет впереди. Ну сухарики что? Вкусные. Готовы к пятому раунду? Готовы к пятому раунду. Пятый раунд! Пятый раунд. Раунд номер 5. Как тупой. Это какая-то английская еда будет. Английская еда. Дима, ты желтый выбираешь? Очень английская еда. У нас просто поисковая собака сегодня. Просто очень-очень английская еда. Девочка с острым нюхом у нас сегодня. Вот это выбираешь, желтую? Так, ну ладно. Там все хорошо? Раз. Давай помогу. Два. Три. Ое. Папа. Это настоящая английская еда. Алексей, ну ты прямо какая-то молодец. Слушай, ты прямо тебе везет. Ты выбираешь прямо вот правильно. Тебе ничего такого не попалось, что могло бы попасться такое очень остренькое. Ну а мне... придется есть чеснок. Спасибо, папа, что ты хотела мне кусочек хлебушка положить, чтобы мне конечно, не просто конечно, чеснок конечно. Жевать. Чеснок, итак, английский, чеснок? Хлеб российский. Да. Чеснок я люблю. С ароматом чеснока и салатики, и бургеры, все очень люблю. Но так, конечно, в чистом виде есть не очень-то. Но надо. Челлендж. Челлендж есть челлендж. Во. Будешь пробовать мой чеснок? Ага. Попробуешь? Ага. Давай. Нет. Я думаю, что ты прямо сразу будешь победительницей всех раундов. Если ты попробуешь чеснок. Ты когда-нибудь пробовала чеснок? Нет? Ты не кусай так много, балда! Ничего-ничего, это, так сказать, на победу. Алексия! Ты реально сможешь... Ты сможешь это съесть и запить? Это нереально. Ты чего? Ничего себе! Даже я откусила маленький-маленький кусочек. Посмотрите, сколько откусила Алексия. Просто половину. Половину зубчика чеснока. Ну и как? Нормально. Нормально? Ничего себе, ты меня удивляешь. Пробовать мне? Что-то мне сухарики не нравятся, если честно. Тебе как? Тебе чеснок больше понравился? Или сухарики? Чеснок? Ты серьезно? Ты не шутишь? Так может... Я с учетом того, что у чеснока такие полезные качества, столько в нем всего полезного, я тоже однозначно голосую за чеснок. Ну что, чеснок так, победил? Сухарики... Чеснок победил. Эти сухарики, кстати, еще и слишком соленые. Вот эти вот... Именно вот эти мне показались прямо очень соленого вкуса. Нет? Тебе нормально? Не показались они тебе очень соленые? Но они же с зеленью. Нет, это просто добавки для усиления вкуса. Ну, в общем, я тоже голосую за чесночок. Это всегда полезно. Ну что, у нас еще есть, папа, что-то? Конечно. Последний завершающий раунд. Последний завершающий раунд. Поехали. Раунд номер 6. Последний. Шестой. Шестой раунд. Раунд. Ты какой выбираешь? Дай понюхать. А, поставь. Так. Прямо Алексия стала, да, к концу челленджа прямо точно стала угадывать, что ей нужно, что ей нужно. А ну-ка, смотрите-ка, вон Джессика тоже что-то пробует.
Кто-то тоже хочет попробовать. Это тоже у нее какой-то еда. Я вот это беру, я вот это беру. Ты берешь голубую? И да, ты выбираешь голубую. Да. Раз, два, три. Так. Ну, сухарики, ура! А у меня колбаска. Собственно говоря, для тебя это тоже любимая еда. Ты же очень любишь. Ну что, давайте пробовать. На самом деле, в этом раунде я бы, наверное, тоже предпочла бы ветчину и сыр. Ну, посмотрим. Может быть, мы не такие уж с Алексеем любители сухариков, почему-то мы все время выбираем обычную еду. Будешь пробовать мои сухари? Давай. Со вкусом ветчины и сыра. Ну вот я же говорю, я вот не люблю вкус сыра ни в чем. Вот здесь я сразу его тоже ощутила, но это гораздо вкуснее, чем те, которые были просто с сыром, потому что в них сыра меньше, чем в тех. В общем-то, они даже неплохие, но немножко вот этот привкус мне не нравится. Но не могу сказать, что они прям совсем не понравились. Но ничего, нормальные. Ты как? Ну, ветчину ты и сыр ты обожаешь, правильно? Нет? Не понравились сухари? Так, выбираешь все-таки ветчину и сыр, да? Итак, ну, конечно. Что, и в этом раунде тоже побеждает у нас... Обычная еда? Не так. Тоже обычная еда. Со счетом 4-2 или 5-1. Я уже не помню. Я уже тоже запуталась, но точно знаю, что победила однозначно обычная еда. Да. Я вообще хочу сказать, что не зря победила обычная еда, потому что в ней, конечно, гораздо больше пользы. Сухарики, да, я можно проиграла. Так иногда перекусывать. Ну, ты не проиграла просто так. Ты предполагала, что сухарики будут вкуснее, но вот видите, оказалось, что обычная еда... Класснее. На сегодня все? Да. И папа, объяви победителя на кто? Папа, да. Кого ты считаешь, кто из нас был более отважным пробовальщиком сегодня? Объявляю победителя сегодняшнего конкурса, оценивая качество как едока, дегустатора данных. Представленных сегодня блюд. Я бы однозначно тебе сразу скажу. Я однозначно, естественно, выбираю Алексию. Потому что для нее было сегодня много нового. Она попробовала чеснок. Собственно говоря, который не ела раньше никогда. Который не ела никогда, поэтому это был такой вызов. Вызов. Челлендж для нее. Ты хочешь сказать, что проигравший должен что-то съесть? То, что я скажу. Пожалуйста, жалься надо мной, только не это. Ты же знаешь, что... Что ты выбираешь? Съесть целую головку чеснока. Это нереально для меня. Я отказываюсь. Я не смогу. Ты не можешь отказаться. А вот я смогу. Вот, папа за меня взял. Да, все, папа. Дай 5. Спасибо. Ура. Хорошо, когда есть кому поддержать. Нет. Трудную минуту. Все равно ты должна... Ну что, на сегодня, ребята, всем пока-пока. Всем пока-пока. И от меня вам офигенный воздушный поцелуйчик. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. И, конечно же, участвуйте в нашем конкурсе. Сейчас у нас разыгрываются сквиши, кукла Лол, конфетти Поп. Так что принимайте участие и выигрывайте. Всем пока-пока. Всем пока. Смотрите новые видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока. Пока.